Внимание на старт! Участники приза открытия скакового сезона на лошадях ахалтекинской породы в боксах. Благополучно в боксы отправился Мударис. И все внимание на старт! Поехали! Дан старт скачки! Со старта вперед выходит Кауфман Сэр. На втором месте Перевал. Третий Мадагир. Четвертым Мударис. Лидирует Кауфман Сэр. Адагир по бровке выходит на второе место. 100 метров пройдены за 9,3 секунды. Кауфман Сэр впереди. На втором месте Адагир. Третьим Перевал. И замыкает Мударис. Лидирует по-прежнему Кауфман Сэр. Адагир вторым. Перевал третьим. Мударис с небольшим просветом замыкает. Участники приза открытия выходят в левый поворот. Кауфман Сэр лидирует. Адагир вторым. 500 метров пройдены за 40,3 секунды. На третьем месте тут же Перевал. И Мударис начинает отпадать. По бровке. Адагир захватывает лидерство. Кауфман Сэр вторым. Перевал тут же третьим. Перевал перекладывается по левой стороной на второе место. Захватывает Адагира. И по-настоящему лошади включились в борьбу за 500 метров до финиша. Выход на финишную прямую. Адагир выводит компанию вперед. Перевал тут же вторым, третьим. Кауфман Сэр 500 метров пройдены за 34,8 секунды. И вот сейчас мы увидим настоящую борьбу. Перевал перекладывается в бровку. Адагир лидирует. Перевал по бровке накатывает. Кауфман Сэр отпадает. И Адагир и Мударис замыкает. Адагир удерживает лидирующую позицию. Перевал пытается, но не может захватить. И более того, Адагир отрывается от преследователей. Приз открытия скакового сезона выигрывает Адагир. Вторым финиширует Перевал. На третьем месте Кауфман Сэр и замыкает Мударис.